Томми, я знал, что мы можем тебя рассчитывать. Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не гонщик. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кажется. Тебе надо прийти первым, чтобы придешь вторым и деньгам каюк. И еще, на таких скоростях столкновение обычное дело. Столкновение обычное дело. Именно на таком это ИСИ проходится, я так понял. Самое главное правило. Смотри на дорогу. Не отвлекайся, потому что будет ДТП. Да ну серьезно! И что я? И что? Это нереально. Это нереально, просто нереально. Ну, братишка, что это такое? Главное иметь стержень. Если ты не имеешь стержень, то у тебя ничего не получится. Так, ну, ё-моё, нихера себе носит. Да ну, братан, ну что ты делаешь? Я хорошо оторвался. О, вижу, он едет за мной. Блин! Я обязан пройти, я должен, я пройду, не обязан, я просто пройду. Ты сможешь, ты лучший, ты сможешь. Я понял. Пошел нахер. Адский поворот, я его назову так. Буду называть. Третий круг, все хорошо. Все прекрасно. Все хорошо. Ты сможешь. Давай. Неуправляемая херня. Да ты, ты ёбаный! Что? Твою! Иди ты нахер! Так, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Бывает так в жизни, что случаются такие разочарования. Короче, ну его на адская гонка. Я не смог ее пройти, ну пофиг.